Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Сегодня мы с Одесским рыбоохранным патрулем находимся на реке Турунчук. И по ней прошли до второго понтонного моста и дальше, аж до границы с Молдовой. И тралили кошкой дно нашего Турунчука, искали браконьерские рыболовы. Да, есть результаты. Конечно, сетей стало намного меньше, чем раньше. Это радует. Но, тем не менее, вот сейчас заехали на один остров, такой браконьерский, скажем так, на котором, чтобы увидели, куча браконьерских рудиловов. Вот смотрите. Вот такой паук. Вот такие вот рачницы, вы видите, да, стоят. Эти рачницы сейчас запрещены, потому как сейчас идет линька рака, и ловить рака сейчас категорически запрещено. Поэтому не нарушайте норм вылова и знайте и соблюдайте законы Украины. Друзья мои, счастливенько встретимся на рыбалке. Пока.